Призеры Всероссийской олимпиады школьников встретили в Махачкалинском аэропорту. Ученик 9 класса столичного лицея номер 22 Расул Эфендиев стал одним из лучших в знании химии. Встречали школьника родные, друзья и представители Министерства образования. Юноша рассказал, химии стал интересоваться сразу, как только предмет включили в школьную программу. Поразило его своей красотой. В будущем он хочет поступить в МГУ и стать органиком. У нас в 9 классе была очень сильная параллель, ну, намного сильнее, чем во все прошлые года, но получается, я единственный, кто решал на втором туре органику и химию и жизни. Получается, среди всей России в этом году я лучше всех знаю органическую химию. Олимпиада проходила в Москве. Участие в ней приняли более 300 участников 9-11 классов со всей страны. Задания эксперты подготовили повышенного уровня сложности, некоторые даже из вузовской программы. Расул Эфендиев набрал 77 баллов из 80 возможных. Он посещал занятия в региональном центре по развитию и выявлению и развитию талантов молодежи на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства. Мы разбирали, конечно же, совсем не школьную химию, а уже работали с олимпиадными заданиями. Он обещал мне, что вот он обязательно на всероссийском этапе будет выглядеть достойно. Цель он свою оправдал. Я считаю, он добился максимального успеха. Будем ждать дальнейших его таких вот побед.